Кабинет министров Украины одобрил увольнение председателя Одесской облгосадминистрации Максима Куцева. Первыми об этом сообщили нардеп и журналисты через свои телеграм-каналы. Теперь слово за президентом страны. Напомню, информация об отставке губернатора Куцева появилась в конце прошлой недели. Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко включил главу Одесской ОГА в перечень чиновников, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. И проигрыш выборов партии власти, как сообщили в окружении гаранта, здесь ни при чем. Среди претендентов на вакантную должность СМИ называют нардепа от слуг, экс-заместителя губернатора Сергея Колебошина, бывшего главу ОГА Сергея Гриневецкого и экс-депутата Одесского горсовета, куратора Евробаскета 2015, который так и не состоялся ни в Одессе, ни в стране в целом, Сергея Варчука. Освободят не только нынешнего губернатора Одесской области. Правительство предлагает отправить в отставку глав Ивано-Франковской и Сумской областей Виталия Федорева и Романа Грищенко.